Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Подпишитесь, нажмите на колокольчик, если вы по какой-то причине почему-то до сих пор этого не сделали. Этим видео я начинаю показывать вам партию за кхмеров в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем. Вот на восьмерых мы собрались, или сколько? Или на десятерых, подождите. Во, блин, даже на десятерых. Понравилось мне за Польшу играть в недавней партии, решил опять за религиозную цивилизацию сыграть. Кхмеры, в принципе, неплохи, и способности у них ничего такие. По настройкам Пангея, случайное дерево технологий и социальных политик, стихийные бедствия на троечку, из модов только Beta Balance Start, чтобы мы совсем уж рядом не появились. Во всем остальном стандартные настройки абсолютно. Традиционно прошу не оскорблять участников и не писать бессодержательные спойлеры. Спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку традиционно опять же. Ну а всем остальным приятного просмотра. Я могу только за Австралию представить такой. Это так и было. Ну вот. Так. Типичный я не ожидал, что кхмерский может быть такая старт. Глядь, будет окружена шестью горами. Ну, я бы никуда не ходил. С одной стороны, а с другой, конечно, еды маловато здесь. Ну, но... Два рифа каких-нибудь, ага. Престиж, это уже сколько? Не, ну, я думаю, что вот здесь будут какие-то ресурсы роскоши, скорее всего. Ну, давайте ставить. Не, нифига, а где ресурсы? А чё за фигня? А где ресурсы? Как жить? Блин, и вообще тут... Ну, два рифа, престиж получается, и ППшка какая-нибудь с районом. Блин, ну как-то выглядит, кстати, очень не очень. Пока. Так, ну я вот тут вижу, например, священочка становится. Вообще можно подумать о священке на соседство с тропическими лесами. Но мне все... Я не обратил внимания, у нас оказывается случайные цивики и технологии. Да. Ой, какое веселье будет. Ну да. Да, веселье. А у нас священные места должны стоять на реках. Потому что тогда дают две пищи и одно жилье. В целом мне повезло, ну, как сказать, относительно повезло с местом. Два леса дадут плюс один к вере. Ну, вообще не очень, честно говоря. Ну, все же плюс один к вере, да, священное место. То есть я его построю, и мне не особо веры будет много капать. Блин, а понимаете, есть пантеон покруче для кхмера, это на еду и счастье. Когда у вас священные места стоят на реках, то у вас плюс две еды и плюс два счастья. Что там, богиня реки, по-моему. По мне так это круче, например. Ну, то есть я бы брал на соседство священного места, если бы у меня реально тут были места, например, там шесть этих тропических лесов, и поставил священное место, и у тебя плюс шесть к вере капает. Но когда тут соседства особо нету, так и смысл. А два жилья и два счастья, это, конечно, покруче будет. Да, слушайте, места какие-то прям не очень. Я перекрестился, сейчас должно пойти нормально. Да, это обычно работает. Ресурсов счастья нету вокруг вообще. Ну, может, конечно, в третьем радиусе будет, но это фигня полная. Честно говоря. Так, еда, производство. Ну, так как мы играем за кхмера, то нам надо священные места на... Так, кстати, нам бы астрологию найти, где она. Ну, мы животноводство начинаем. Готов. Нам бы... Вот тут, например, плюс один... Ну ладно, вообще надо посмотреть, пооткрывать пока территорию. Немного. Нам надо на реке ставить, потому что священные места кхмера дают плюс две пищи и плюс одно жилье, находясь на реке. Ну еще культурный захват, но это просто приятный бонус. Тут ли... еще можно подумать, значит, какие у нас пантеоны есть. У нас
три пантеона на соседство для священных мест. На тундру, на пустыню и на тропические леса. Я тут вижу тропические леса. Опа! Работало! Все, теперь, пожалуйста, в конце каждого хода крестись. И как там про себя Иисусову молитву, возможно, и этот Отче наш, можно, чтобы работало. Не христиане в чате, в игре есть? Кого-то это оскорбляет? Христиане? Не христиане есть? Не христи есть. Есть. Так, вот ты свои тогда молитвы читай, чтобы как бы комбо было двойное. Я якут, так что пофиг. О, отлично. Кстати, пофигу. Шаман, Валера, в бубен бей. Помнишь, что данные самое, печи. То, что мы должны читать данные перед каждым уроком физики? Я на самом деле недавно так удивился, что, получается, якуты и турки разговаривают, получается, на одной группе языков. Офигеть, вот это удивительно. А тебя не удивляет, что, например, венгры и финны на одном разговаривают? И еще плюс нет, эти. Это не удивительно. Как бы, это еще более-менее понятно. Эти мордовский язык тоже, получается, он да, тоже да. В семье. Но они там отличаются, ну, у них такая же схожесть, как и у испанского и русского примерно так же. Слушайте, забавно. А место при этом осталось то же самое, но спаун чуть в другом месте. Ну, значит, у тебя рассинхрон был, судя по всему. Поэтому тебя и выкинуло. Блин, что-то мне не очень мои места нравятся вообще. Ну, надо еще внизу посмотреть. Ну, пока какой-то голый Вася, то есть где, например, науку брать? Например. Вот где мне брать науку? Я ж буду тупой и неадукованный. А у вас бывает не дубак? Летом очень жарко. Ну, зимой. Холод. Ну, бывает, да. Минус 30 это тепло. Согреваетесь в холодильнике? Да, да, я тоже хотел сказать. Так, о, тут... Подожди, это уже чьи-то границы, или мне кажется? Такое ощущение, что вот это уже чья-то граница. Ну, не может быть. Подобрал... эту, как его, руинку, ну или хижину. Они мне дали ускорение на стрельбу из лука. Да ты охренел. Мне везет. Надеюсь. Удобно, будучи нубом. Да. Теперь я вижу, где мои лукари. Ой, блин, конечно, местность средней паршивости. Давайте сюда пойдем. О, хоть какая-то гора. Кстати, свинки тоже неплохо. Но тут какой-то город надо будет ставить, конечно. Из пустыни, поим. Три. Давайте пока предположим леса. Сюда. Пустынка-то есть? У меня ГГшка требует ускорения стрельбы из лука. Ты, получается, украл? Да, мое я ускорение. Украл. Да, я украл, я такой. Получается, ты бандит. Ну, ты можешь ко мне прийти, как бы. А и где ты живешь, Михаил? Как говорится. На луках. Челинио просто в Москве живет, может, ему далеко к тебе идти. Не, я имею в виду в Циве. Подойти так, опа. Типа. Ты живешь в Циве? Да мы все живем в Циве. Так. Давайте тут. Ну, как бы реки есть, да, с реками неплохо все, но вот во всем остальном. Странно. Вроде бы показано, что это пойма, но она как бы не затапливается. Интересненько. Так, астрология. Во, едем. Так, давайте мы, наверное. Подождите. Ну, мне в горное дело сначала надо. Чего мне вообще топится? Горное дело, но мы потом в астрологию пойдем. Горное дело, чтобы камень обработать. Весело. О, есть лошади. Пять ходов. Видите, наконец-то быстрее по- вырастим, начали. Три хода. А ну, скауты и так достроятся. Там по часу собирались. Да вообще беспредел. Да, ой, блин, я тут пустыню какую-то вижу, не может быть, чтобы там нубия была. А-а-а.
Как у тебя пустыня называется? Просто наведи на клетку с пустыней, там название будет. Чё-то Козаб. Козаб? Да. Чё-то Козаб. В смысле, чё-то. Вот ты просто на клетку с пустыней наводишь, там пустыня, потом ниже название. Так и есть Козаб? Первый раз слышу такую пустыню. Ну, так, да. Давайте ставим. Я чё-то кантри-музыку слышу, короче. Нет, Коз-ап. Американскую. Козаб, короче. А у нас, по-моему, есть Америка в игре. Да. А, да-да. Которая с плюс 5. А, я думал, кого-то нашел, а оказалось, город-государство нашел. Ну, блин, это меня расстраивает. Так, ну пустыня Казап, это еще ладно. Приветствую, Ганди. Не, ну это хрень, блин, пустыня у меня тут сверху. Пустыня. Зачем она мне, блин? Я тут ничего не могу... Наше, ну, как бы... Будет, это вообще не для меня. Очень выгодно обоим. Территория. О, тут еще и пряности. Смотрите... Это вообще нормально, что у меня у столицы нету ни одного ресурса роскоши? Это вообще как? Что это за генерация? Охренеть. Идентичная ситуация. У меня только один шоколад в третьем радиусе тоже. А у меня просто даже... У меня тоже самое, тоже нифига нет, я не вижу ничего. Я ж вроде... Ну, может быть, специи где-то. Специи. Я первый раз вижу, чтобы у столицы не было вообще никаких ресурсов роскоши. Это какой-то этот... Слушайте, а мод на дополнительной руинке стоит? Что на руинке стоит? Мод на дополнительные руины. Нет, тут один только мод. Бета, баланс, старт, все. Других модов нету. Ладно, сюда давайте. Блин, пустыня мне очень не нравится. Ну вот тут можно будет что-то ставить на Меконге, но вот просто в эту сторону ничего, как бы столица немножко незащищенная получается. Так, что мы будем обрабатывать? Ну камень обработаю, потом лошадей. А третье что, ничего? Вообще стоило бы рис на самом деле. Пустыня называется Коз-Абудул. Да, но у меня тут Кызылкум. Как еще раз? Коз-Абудул. Абу-бандиты. А, то есть кто-то рядом со мной. А, ой, я вижу черепаху. Блин, не успел выбрать. Блин! Мне, может, сейчас дадут? Ну вот, десятый человек уже вышел черепаху. Да. Сущность в виде гномика. Так, и... такой... Крутой мем старый. У вас есть сущность в виде гномика. Ну так и вышла черепаха, это оттуда же. Да. Вы чё? Черепаха тоже оттуда? А, я не помню. Здравствуй, грек. Здравствуй. Кстати, я вот тоже ни одной руинки еще не нашел до сих пор. Я две нашел. Зато нашел гопников, которые сейчас меня будут обижать. Я одну. Ну, скоро две. 4 руинки. Привет. Здорово. Так, смотрим на лояльность. Но он где-то вот тут есть, да. То есть мне надо вот сюда где-то город поставить. Ну, кстати, вот тут... Вот тут вполне нормально. Да, с ресурсами будут проблемы. Я тебе сразу челине метку ставлю, где я город буду ставить, и в твою сторону больше не будет туда. А, вот, нашел соль, специи, черепаха. Я думаю, у тебя там тоже есть где ставить, судя по лояльности. Что-то какое-то молчание со стороны Челинью. Ну вот, поставил. Это 3 клетки, да, получается? Или 4? Даже я пока не вижу. Нет, 4. 4. Так, меня там уже обижают скауты, очевидно. Американец, привет. Здравствуйте. Ай-яй-яй. Как-то плохо работает твоя балансированная генерация мира. Почему? Что-то как-то близко получилось.
будем правы. Ну, у всех одинаково плохо. Если вы не ходили, то у вас должно быть минимум 10 клеток между столицами. Так примерно 10 и есть. Ну, значит, нормально. Это нормально. То есть у вас еще между вашими столицами должно по одному городу, по идее, влезть, если никто не будет жадничать. Нет, не влезет. Тут одна река. А просто в джунглях голых ставить город так себе. Да, так себе. Даже 10 блин, может, не мне надо, юниты лучше? Не-не, не надо. Ну ладно. Потому что там сейчас кони прибегут вообще-то в яблоках. С этим. С Салтыковым. Не успел. Ну. Блин, неужели они мне не дадут обработать? Еще и тут варвары. Так, ну я буду баломом, наверное, пошел на защиту посела. И первый город, ну второй город я вот тут буду ставить. Я думаю, тут мы с Челинью разберемся. Но места, конечно... Привет, Кри. Вот есть. Вот это, кстати, кампус будет на плюс 4 вот здесь. Привет. То есть только если не вырубать мне тропические леса. Пришел? Откуда ты? Ну, очень конкретно. Оттуда. Ну чё, висим. Слушайте, скажи, пожалуйста, кто Сингапур нашел? Кого? А, Сингапур? Сингапур. Ни одного еще не нашел. Как кто нашел Сингапур? Угу. Так, привет, вроде... англичане, ты откуда пришел? Вроде не должны. Так, скажи. Надо. Мастерство открывать и юниты делать. Потому что тут меня сейчас будут нагибать очень больно. О! Руинище. Ну-ка, первое, от кстати. Игры, получается, с севера. Первое. Судя о, может, слушайте, может их буря накроет. Пример. О, еще варвар. Ни хрена себе. Руина указывает на север. Три варварских лагеря просто вокруг. Мне точно юниты... Ну, так, короче... Идти туда. Мне нужен третий... Да, я пойду на рис. Это будет... Раз, два, третий этой, да? Да, это еще мастерство не будет открыто. Мне надо будет поселенцев пока... Ну, блин, там... Там кони. О, да, получается. Там кони. Лондон уже осаждают два коня. Да, да, страдаю, страдаю. Они, короче, выбежали из лагеря, а лагерь пустой. Прикинь, я тебе сейчас помогу. Сейчас он поможет коням взять Лондон. А, нет, там еще один конь появился, поэтому... Блин, нахрена мне 10 да? лошадей? Справедливо. Грек, а что ты такой хитрый? Что ты бьешь мне... мой лагерь? А я тебе помогаешь. А, это мне помогаешь? Слушай, давайте я, наверное, ладно, так постою. Я думаю, что тут поселенец дойдет уж как-нибудь. Блин, ну мне реально надо... Так, может, пока я астрологию отложу, я все-таки надеюсь на какое-нибудь чудо. Ну, в смысле, что найду чудо природы. Давайте пока... гончарное дело, наверное... Ну, я тут в Анкордхоме, наверное, начну лучников делать без карточки. Ну, а тут как бы иначе попец. Кони забодают. Денежки на выкуп риса у меня есть, это хорошо. Еще тяжело так идти через эти реки, получается. О, началось. Так, давайте так сделаем пока. Спасибо за помощь, друг. Блин, вот тут мне надо посмотреть еще что. Ну, что-то тропических лесов не так уж и много, чтобы пантеон на тропические леса брать. Вы так не думаете?
Тут, кстати, где-то вот путь у меня город еще. Но места фиговые, честно говоря. Места фиговые. Мне не нравится. Так. У нас тут все правильно обрабатывается. Стоим, но только одним конем проатакует. Потому что это через... Да, он так не пробегает. Хотя этот может сюда встать и проатаковать. Не, могут убить. Блин, тяжело. Ну, это потому что скаут прибежал и сразу пошел сообщать. Практически, не знаю, там на третьем ходу, что ли, он увидел. Блин, три коня. Да, ну этого надо валить, конечно, отсюда. Все, мастер, 6 ходов. Блин, это долго. О, Ереван. Причем, слушайте, Ереван. Ну, слушайте, на 10 ходов смогу ли я победить религии? Ну, то есть Ереван — это лучшая ГГшка для победы религии. Потому что он дает любую прокачку апостолу. Ну, там, чтобы мне как-то ориентироваться. Вверх. Скажи... А ты ниже Сингапура? Сингапура я еще 3. Не вижу. Ну ладно, я пока не вижу, смысле, смысл вверх. Ставить клеточку. Откуда вверх? Ты... Я ниже тебя, по идее, нет? Нет. Ну, ты ниже, да. Манто Сипи, видишь? Где-то там. Чего? Значит... Манто Сипи, я вижу Ереван. Вот, это... Не, название Рик. Да, вижу. Короче, увидишь. То есть, когда ты в город поставишь, я увижу. А, то есть, справа от меня грек где-то должен быть, да? Или он справа от тебя, Челиню? Я не... А, он где-то, короче, за горами сверху. За горами сверху? Ну вот он прям вот выше и правее меня где-то. Ну, Монтасипи я вижу, который он говорит. Ладно, не хочу я его встречать. О! Привет, Ангел. О! А это, кстати, кампус на... Раз, два, три, четыре... На плюс +5. Так-то. Так, ну... Тут надо отходить. Пускай они город атакуют. Слушайте, они могут захватить? Пока не обнаружили город. Пока не убит лагерь. Слушайте, ну столицу же они не могут захватить, да? Захватить нет, они могут сжечь город, который не столица. Ну да, да, я понял. Ну то есть скаут не забирает рабочего, если лагерь его не разграблен. Да. Если это скаут этого лагеря, если ты уверен в этом. Грек, ну вот видишь реку Нестас, вот где ты будешь там в горах город ставить? Покажи метку. Я просто думал где-то тут поставить. Вот. Если я выйду. Как тебя зовут? А. Нестас. И проатакую его. Вот я здесь хотел мне... город еще поставить, это может быть даже ближе туда к тебе. Мощность 20. А у этих 15. Нет, 5. Не, не хочу выходить. Американец, ты ценишь нашу дружбу? Ну, сейчас разрушит, естественно, лошадей, разрушит камень. Смотрит мой скаут на твоих усерецов. Я поэтому дружу. О, это он хорошо сюда подошел. Так, давайте мы тут постоим. Или... Кинул дружбу тупо, чтобы посело провести, это очевидно. Так, давайте так сделаем. Тут становимся. Тут обстреливаем. Так, ну вообще не все так плохо, на самом деле. Ну, тут у меня такое ощущение, что сейчас все навеку. Я не нашел ни руинок, ни... Давайте пока обработку бронзы. Ни этих... Но, учитывая то, что я даже не знаю, где ты живешь. Одного только этого встретил. Он грек, и понятно, что тут где-то грек. Потому что они про Монтасипи говорили. Ну, в принципе, вот тут надо как-то... Ну, да, только один так город тут влезет. И, похоже, 3, то есть вот сюда надо ставить. Просто, чтобы тот кампус был на третьем радиусе. Да, кстати, то, что надо.
Ну, в общем, вот сюда я расселяюсь. В эти места. Причем я этот сюда даже четвертый, наверное, буду гору. Хотя тут шоколад вкусный. Не, тут хороший город. Так, отлично, я сейчас походу убью лошадь. Есть. Отлично. Так, этого разведчика лечим. Этот все у нас убивается от моего скаута. Так, стоит ли мне делать третьего? Давайте, наверное, пока... Или сделать пращника. Не, давайте поселенца. Я уже с этими юнитами отобьюсь точно. Так, город. Это где мы с тобой умудрились увидеться? Начинаем со строителя. Я просто ничего твоего не вижу. 25, давайте куплю. Потому что ты не на холме. Мне надо быстрее тут расти. Алексей, где-то чудо есть рядом у тебя там? Нет, сам хочу найти. Кстати, может быть в пустыне. Но мне надо для остального. Ну, мне все равно пока нету возможности священные места строить. Просто нету. Так, никто никаких районов не построил еще. Есть пантеон. Теперь я понял, где мы встретились. Блин, кто-то забрал. Кто-то забрал богиню реки, блин. Тропических лесов. Ну, не знаю. Ну, хотя тут есть на реках, где ставить с тропическими. Может, все-таки соседство тропических лесов взять? Производство от лагерей. Ну, тут только две свинки, да? Каждого стратегического ресурса. Ладно. Ладно, давайте тропических лесов возьму. Блин, не надо было, надо было... Сюда подойти на камень и убить эту лошадь, блин. Сюда бы вышел, убил лошадь, а этим пращником этого проатаковал. Мистицизм. Так, обработку бронзы, мне кажется, я следующим ходом ускорю. Валера, либо здесь спрашивай, либо это я сам считаю за заговор, и такое нельзя. Ладно, ладно. Да, кстати, приваты запрещены любые. Что это такое? Я тоже как бы, либо здесь спрашиваю, чтобы все слышали, либо не будете ответов. Бесишь уже. Валера, бесишь. Блин. Валера, а, он все сказали. Ничего не ускорил даже в стиме. Не, ну приватный чат в игре же тоже чат. Ну, так он запрещен. Приват запрещен. Ладно. Понимаешь слово запрещен, приват? Ну, все обсуждения в открытую. В единственном случае он может разрешен. Это когда станешь, да, скажем так, спонсором Алексея, и ты можешь ему писать все, что угодно. Нет, почему? Такой в игре тоже нельзя. Приват. Нет. А, не, нельзя. Конечно. Грек, ты против этого города или не против? Очень против. Почему? Очень близко. Ну, во-первых, это моя столица абсолютно на таком же расстоянии. Ой. Во-вторых, у тебя, блин, горы тебя защищают. Не так уж прям. Все равно близко. Ну, ко мне это тоже близко. Давай так и останемся. Так, что-то я не понял. Мне вроде бы хижина, руинка дала 10 веры, а как-то нифига не произошло.
Ну, значит, на твоем ходу. Сейчас кто-то другой принял. Я могу на клетку ниже сдвинуть на море город поставить. А, сейчас. Давайте все в порядке. Ладно, давайте на строителя. Мне кажется, пока... если я поставлю на море, то нифига мне юниты, тебе. Если я пока поселов строю. Я 4 хода еще поселов строю, нет, не было смысла. Плюс 5, конечно, от варваров. Ладно, ставь, короче. Так, все, Блин, ну жалко скаута. Нет, нет. Просто нет. Так, я не понимаю, почему не ускоряется... Во, ускорилась обработка бронзы. Давайте железо открывать. О. Впервые я так быстро увидел уже 4 целых этих. Англия, здорово. А что со скаутом? Нет, лучше так сказать, что с лицом? Почему он такой расстроенный? Мне вообще-то тебе помог. Я скаута, который бегал тут рядышком, просто запинал его своим скаутом, вот и все. Привет. Ну спасибо. Так, 6-7. Не, давайте так, пускай растет. Поинтересуешься, далеко ли я? Ну, далеко ли ты? Ну, ты пришел с того места, где Кри вроде, там, скорее. Да, ну да. Хорошо, далеко ли ты? Я далеко. Да, я даже твоей лояльности не вижу, так что... А это не моя столица, это уже город, как бы. Я вижу. Так что... То есть мы самые близкие соседи с Кри. Получается. Блин, жалко скаута. Ну, он, в принципе, хорошее место нашел, но мне надо бы... Надо бы бежать, наверное, вверх и еще кого-то искать. Я так думаю. Ну, у меня пока нету смысла астрологию открывать. Мне сейчас надо будет еще юниты построить. Вон, 2 хода я поставлю карточку на юнитов. Ну, еще одного пращника и, наверное, еще одного... Не знаю, стоит ли мне копейщика строить или дуболома лучше. Так, пойдем... Нет, да я, наверное, не буду даже с лагерем пока разбираться. Я явно тут в темный век падаю, судя по всему. Поэтому вообще неинтересно пока. Блин, знаете что, мне, наверное, после этого посела лучше... строителя сделать, а потом уже прачник, как-то так. О, железо здесь, да, тем более что и железо здесь. А вот здесь, кстати, ну тут 3 всего лишь, блин, еще надо будет соображать, где мне священные места ставить, и при этом лучше их сначала открыть. Так, железо есть. Куда дальше? Давайте, наверное, стрельба из лука. Нет, каменную кладку. Кто-то забрал богиню реки и не строит священные Кри, места. Ты можешь сказать, ты где-нибудь еще здесь будешь город ставить рядом с масти Сипик? Ну, я думал, куда-то сюда еще. Что-то я смотрю, Кри окружен соседями. Подожди, поставь мне метку, где ты собираешься ставить? Вот я тебе поставил вот одну, где скаут варварский, и выше. Слева море, у меня там один город влезет. Щелиню, картошка горячая. Ешь пока горячее. Да, да. Или там сказали, какой Алёшка горячий, я не расслышал. Ну, все что угодно можно поставить под это слово. Хочешь, будешь картошкой горячей, а будешь и Алёшкой. Ну, в смысле, хочу, не хочу. Алё, у меня в паспорте написано, что я Алёшка. Так, ранняя империя открыта. Пошли скаутом сюда. Привет. Потихоньку. Пингала. Пришел. Вангхардхом.
Очень. Давайте сюда вылазить пока. Я тут скаутом открою и пойду наверх. Мало ли так. Ну, давайте постепенно военную традицию. Так, против варваров стоит. Ну, все-таки, наверное, надо уже теперь поставить... Знаешь, сколько я варваров убил? Слушайте, 50 поселенцев. Так, я тут поселенца доделываю. Я одного коня отвлек и себе привел на базу. Потом строителя мне надо, потом юнита. На коне. И три коня. А военная традиция 9 ходов, а мистицизм 8. Это я все замочкал. Блин, ну мне 8 ходов. Открывать. Я бы, наверное, на поселенца все-таки поставил, да? На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!